Всем доброго времени суток. Сегодня вот у нас такой вечер, мы пошли с Собакиным погулять. Вот такое красивое облако. А должна была быть гроза в 9 часов, но что-то не было. Такой был розово-сиреневый закат. Что-то я не сразу сообразила, что надо было снять. Как устала. Приехала от родителей и окунулась в урожайный свой огород, сад. Собрала почти 21 литр огурцов. Уже закрыла. Такое понедельник приехала, сегодня среда, я уже третий день закрываю. Но сегодня не закрывала, вчера и позавчера закрывала. Вот, собрала горох там, тоже заморозила, почистила его, полущила. Так, что там еще я сделала? Оборвала на пекинской капусте нижние листики. Вот, сегодня одну пекинскую срезала, сделала салатик. Очень вкусно получился такой салатик, все свое. Да, томатов собрала тоже еще спелых, там в теплице поспели томаты. Вот. Сегодня сходила в магазин, купила так продукты. Завтра буду закрывать, мариновать эти помидоры. И поеду в метр завтра за банками, потому что у меня кончились банки. Вот. Смотрите, как красиво облако такое. Сиренево-голубое. И в серединке белое. Там, получается, далеко огоньки. Люди уже приехали домой, повключали свет. Такая красота. От фонаря фонарь светит. На столбе у меня вот. От фонаря получается такое все салатно-зеленое. Красивенько. У меня вот мой однобокий клен. Я его привязала там к столбу через забор. Вот, потому что веревкой привязала, а веревка оборвала веревку. Привязала колготками старыми. Но держится. Ой, эти мошка, комары летают. Вот видно, какой был закат. Вот там между гаражом и домом. Вот такой вот розово-сиреневый. Красивенько такое было. Небо все было такое розово-сиреневого цвета. Собакин у меня залез в траву. Вот что-нибудь найдет там, где посторонние собаки ходят. Потом болеет. Любит он полазить везде и всюду. Что-то я не пойму, что с фонарем как будто бы мигает, что ли. Но он не должен мигать. Ага, лампа как будто бы мигает. Скорее всего, будет ночью гроза, но что-то такое, небо такое странное, но должна быть. Да, вот такое ощущение, что лампочка. Не понимаю я. Ну, как, если, допустим, в доме, то перед тем, как ей погаснуть, если она...